Ce schimbări va aduce integrarea europeană în viața oamenilor și ce înțeleg ei prin procesul de aderare cu Uniunea Europeană a fost subiectul discuției locuitorilor din satul Danu cu autoritățile locale și centrale. Alegerea țării, precum menționează autoritățile, reprezintă niște reguli clare și standarde înalte de calitate la care va trebui aliniată economia țării. Nivelul scăzut de informare a populației cu privire la procesul de integrare europeană a creat în societate o serie de mituri despre acordul de asociere cu Uniunea Europeană, care alimentează reticiența populației vis-a-vis de acest proces. Accesul redus la informație despre procesul de integrare a creat temeri în rândul populației. Autoritățile au venit în Danu pentru a comunica cu oamenii și pentru a le explica că acordul de asociere nu afectează relațiile bilaterale ale Republicii Moldova cu Federația Rusă, care este unul din cele mai vehiculate mituri despre integrarea europeană. Vorbim o europeană integrație, este ca и противопоставляются нашим отношениям с Россией. Наоборот, экзамен министра культуры Сергея Тесна хочет сказать, что весной этого года, извините, мы вошли в ФНГС, Международный фонд государственного содружества, в том, что касается проблем сохранения языка, культуры, истории и культурного восприятия. Если кто-то хочет эксплуатировать эту идею, пускай эксплуатирует, но в законе совершенно другие дела. Есть определенные реформы, которые мы стараемся начать проводить в жизни в последнее время, они очень-очень болезненные. Да? Они очень болезненные, потому что восприятие мира у нас тоже разное. Потому что мы хотим жить как в Европе, но в то же время не меняя наш менталитет, потому что касается проблем коррупции, касается определенных реформ на уровне образования в судебной системе, без этого мы никак не сможем. Один из вопросов, который часто очень застрагивается, что вот вхождение в Европейский Союз как-то повлияет на экспорт наших товаров, да, в том числе и сельскохозяйственных товаров. Нет, это неправда. Это опять-таки один из мифов, который распространяется для того, чтобы не дать возможность для Европейский Союз. Наоборот, на протяжении 3 лет мы пользуемся очень многими преференциями, да, которые заложены в подписанных документах. Себя мы обеспечиваем и секуризируем определенные участки, либо определенные тенденции, которые характерны именно для нашего молдавского рынка. Oamenii au fost asigurați că prețurile de consum nu vor crește după instituirea regimului de comerț liber cu Uniunea Europeană. Potrivit viceministrului, prețurile nu pot crește atât timp cât există concurență. În procesul de comunicare, dănenii au venit și cu întrebări. Вопрос о квотах. То есть нам предоставили информацию, что сейчас наши экономические агенты и наша республика отправляет в Россию и подписанное соглашение, где указаны тоже четко квоты по отправке нашей продукции в Евросоюз. Когда мы говорим о квотах, это не метод кого-то сдерживать в чем-то, а метод, значит, безопасности европейского рынка. То есть каждая страна в этом союзе имеет какой-то план. Вот квоты – это план. Вот эти квоты как бы заставляют экономики этих стран достичь их. Поэтому это и делается, это не значит, что если у нас есть квота, допустим, в 100 тысяч тонн пшеницы, если мы произведем не 100 тысяч, а 150 тысяч, которые будут качественные и будут приниматься в Европе, мы не сможем их там продать. Но вопрос в другом, что мы как страна должны так ориентировать нашу экономику, чтобы мы обеспечивали эти 100 тысяч тонн, примерно. Поэтому вопрос о квотах некоторые люди, которые не хотят понять, перевернули наоборот, что квоты как бы будут нас сдерживать. Наоборот, квоты нас будут схлестывать, нашу экономику, чтобы достичь этих уровней и обеспечить, потому что там не работают на авось. Там, еще раз говорю, высокопланируемое общество. Mai mult ca atât, oamenii se tem că nu vor putea comunica în rusă, că nu vor avea lumină. Мы на русском сможем общаться? Пошел в Одессу. По-русски должна по-румынски, все его не знают. Германия, по-моему, одна из самых демократических стран и мотор сегодняшней Европы, в которой я включительно прожил.
Есть определенные островки среди представителей Советского Союза и Российской Республики, которые уехали в Германию. Они на протяжении 20 лет они не учат немецкий язык, если им этого не надо. Они немецкий не выучили. У них врачи, к примеру, юристы и так далее, из своей среды, из русских, с которыми они общаются. Но они не имеют права продвигаться по государственной, государственной службе. Либо, если ты работаешь в медицине, либо если ты работаешь преподавателем, ты обязан знать язык. И это относится не только к России. Есть определенные островки турок, арабов и так далее. Вот поколение, которое приехало туда, оно не учит, потому что им это не надо. Они либо получают пособие, либо работают так, что им на стройке или где-то не нужен язык. А вот ихние дети уже учат совершенствовать язык, они понимают, что без языка не можешь никак в обществе. Unii din Daneni încă sunt preocupați și de denumirea limbii române. Постоянно говорит, что вот воссоединение с Молдовой. Зачем нам Румыния? Почему вы свой народный молдавский язык такой певучий переименовали в румынский? Румынский не такой язык. Зачем себя ставить ниже? Зачем? Вы являетесь носителем румынского языка? Нет. Вы понимаете, вы не являетесь носителем. Послушайте меня. Почему-то мы не ставим, говорим, вот украинцы должны быть на западном языке. Нельзя по языку вмешиваться. Если человек не знает, не носитель языка, понимаете? Это все равно, что я пошел бы в Африку и сказал, что, ребята, у вас вот так. Мы не за то и не за то. Мы за эту страну. И мы должны очень правильно все это ставить на себя и места. Да, в семье не без уродов. И всегда были крайние мнения. Но это еще не значит, что именно так будет. Теперь другой момент. Я вам скажу. Давайте мы отдадим Кесареву. И тот, который является, считает, что он украинец. Украинец. И он говорит на украинском или на русском языке. Это его право. И тот, который молдаванин, гражданин Республики Молдова, молдаванин, и считает, что он говорит на молдавском или на румынском, это тоже его право. Молдова как государство с 91 года никогда никем не была оккупирована. Понимаете? И это исторический факт, никто не может поспорить с этим вопросом. То, что Россия на сегодняшний день аннексировала, значит, Крым суверенного государства, это факт. Это нельзя спорить, и будучи то в одной... Это ее исконные земли. Понимаете, вот у Молдовы тоже были исконные земли. Она подарила, потом забрала. Ну, понимаете, нормально. У Молдовы тоже есть исконные земли, но Молдова не пошла на Белую Церковь, чтобы взять свою исконную землю. Так сложились обстоятельства. Был 75-й год, был этот... Хельсинский договор. Люди определились, как будут жить в конце 20 века, в начале другого века. Люди живут до сих пор. И это есть вот именно чисто европейское мышление, толерантность друг к другу. Понимаете, нас тоже много что-то может не устраивать, понимаете? Но это есть факт. Potrivit autorităților, acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător va face piața moldovenească mai deschisă pentru importurile din Uniunea Europeană. Acesta va conferi mai multă competitivitate, ceea ce în mod normal va duce la scăderea prețurilor pentru consumatori. Conform unor cercetări independente, prețurile de consum vor scădea cu 1% pe termen scurt și cu 1,3% pe termen lung.